Объясните, какие четыре изменения происходят в корнях в зоне проведения? Первое. Покровная ткань, молодая покровная ткань, эпидерма со временем отпадает в зоне проведения. Второе. В зонах проведения по мере старения корня закладывается пробка. И корень начинает выстилаться таким мощным, как вы понимаете, покрытием в виде пробки. Потому что другие части корня, они как бы живые. Это именно зона проведения дает такой коричневый цвет, плотность корню. Третье. В зоне проведения в ее центральной части закладываются боковые корни. Поэтому если вы видите где-то боковые корни, это точно исходит из зоны проведения. Четвертое. И именно в этой зоне появляется, закладывается камбий, который обеспечивает рост корня в толщину. Ну и можете там еще написать, что он откладывает внутрь корня, камбий откладывает древесину. Да, как бы поэтому корень начинает разрастаться, а снаружи он откладывает луп. Но самое главное камбий помянуть.